В ближайший месяц водители Астаны могут столкнуться с пробками. В столице собираются отремонтировать одну из главных улиц. В связи с этим власти города призывают автолюбителей временно пересесть на общественный транспорт. Это одна из самых центральных улиц города с большим потоком машин. По проспекту Кабанбай-Батыра в Астане люди ежедневно ездят на работу и домой. Поэтому закрытие проспекта может стать причиной больших пробок. Но в Акимате обещают завершить ремонтные работы в течение месяца. Будут вести две смены, то есть круглосуточно. Надо отметить, что в рамках данных работ будет уложено порядка 3 километров инженерной сети. Это водопровод, канализация, теплотрассы. Перекрестки очень сложные. Будем стараться укладываться в сроки, если не подведет погода. Движение будет закрыто на участке от улиц Кирей и Жанбек-Хандар до кольца международного аэропорта. Также ограничит движение на нескольких перекрестках. Это проспекты Хусейн-Бен-Талал, улицы 24 и 31, в районе их пересечения с проспектом Кабанбай-Батыра. Коммунальные службы сообщают, что инженерные работы планируют завершить до 10 октября. Задержка сроков проведения работ связана с поздним заключением. Получение заключения корректировки по проекту Кабанбай-Батыра и с поздним размещением заказа на поставку материала. Материалы были доставлены на участок 20 августа. В администрации города рекомендуют автомобилистам временно пересесть на общественный транспорт. В день марафона 4 сентября 40 автобусов приостановят свою работу и будут изменены 19 маршрутов. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 57 47 77. Нургали Карабаев, Бауржан Нарымбетов, Информбюро, 31 канал.